Едем дальше. Но вот здесь мы точно не были еще. А теперь за искусственный цветок что-то настоящий. Какой цветочек? Не настоящий, да, что-то или это искусственный? Да, какой-то засохший. Сейчас не упади. Нет, я пойду правее. Так, куда здесь идти? Влево, вправо. Сейчас посмотрим. Ну что, пошли вот так. Это расщелина здоровая, ее надо обойти. Дубки тут, как они тут растут, уже камень один сплошной. Сколько народу эти тропы протоптало. Шикарный вид. Телефон, блядь, что случилось? Это поставил телефон, за, блядь, кота. А считай, что там уже смысла нет. Да, будет кутерило там дальше. Там мы не пролезем, мы не так экипированы. Тропа, она вот так обходит поверху. Вон тропа, походу, вниз идет, и вот там она проходит, смотри. А куда? Там, сюда? Да. И что нам там делать? Я не вижу. Ну-ка. Да. Но неудобно тут ходить. Ну это я не вижу смысла дальше, это там то же самое. Или ты хочешь, чтобы там понизу пройти? Так, попробуем пройтись вот здесь, понизу. Тут такая хорошая тропа. Ну, тут вообще тенёк и край. Да.
при чем здесь? Их народу нет, что интересно. Обычно здесь куча народу ходит. Да, точно, мусора не вижу. Где? Нашел что-то, да? Тут, кстати, где-то вот на склоне стоит памятник летчикам, по-моему. Где-то он тут скоро должен быть. Я не знаю, дойдем мы до него, не дойдем. У меня сидят на самом деле. Да? Тут зазима меньше. Ну ладно. Не падай. Так, вот мы эту расщелину и прошли. Там что-то типа место стоянки, похоже. Костерок когда-то полил. Вон удобное место для стоянки, кстати. Вышли на берег. Вот она. Дальше мне так уже идти нет. Ну сейчас посмотрим. Сейчас. Подпрыгни. Сейчас посмотрим. Ух ты. Ну давай еще чуток пройдемся. А вот, вот этот памятник. Все, дошли мы до него. Вот он. Личная память погибшим за Родину. Ну и перечисляются фамилии. Пожалуйста, унесите мусор с собой. Подумайте о будущем. Ну, правильно. Ну, зачем здесь мусорить? Так. Вот этот памятник, про который я говорил. Дальше обрыв. Пройти, конечно, можно, но дальше мы уже не пойдем. Так, еще гляну, что здесь. Это более безопасный обход. Пойдем обратно. Зашли на пляж Мыскаку. Это западная окраина села. Вода, кстати, очень теплая. В Анапе была в прошлом году плюс 25, была прохладнее. Значит, здесь вода, наверное, может быть градусов 27, может и больше. Но очень теплая. Здесь, кстати, вот довольно мутная вода. Вот там, ближе в ту сторону, там вода светлее гораздо. Здесь почему-то муть.
градусов на 100, вода гораздо чище, практически прозрачная.